день, дорогие зрители. С вами Ем Школьников. Сегодня я делаю краткое поучительное видео, потому что у меня было много вопросов по поводу, как включить бинокль. Сразу скажу, это не для тех людей, которые все знают и пришли сюда похейтить. Это просто поучительное видео, потому что было пару вопросов, и я решил просто помочь ребятам. У каждого бывают такие ситуации, когда мы чего-то либо не знаем. В таком случае, объясню, что такое бинокль. Бинокль — это, так скажем, фича в игре, которая позволяет нам увеличивать наш обзор с иных дистанций. Грубо говоря, мы находимся за холмом, как вы сейчас видите, я смотрю через орудие. То есть прицел, грубо говоря, на уровне, мы видим на уровне орудия. Тем самым, линза, грубо говоря, прицела, она чуть увеличивает. Когда мы стоим за холмом, мы не можем, грубо говоря, увеличить обзор свой через прицел. Тем самым пытаясь выглядеть что-то через руку. Но это не так удачно получается, так как, грубо говоря, большое пространство, и бывает зрение просто, так скажем, картинка рассеивается. Через бинокль, грубо говоря, улучшает нам обзор, тем самым мы концентрируемся именно на определенной технике, при том, что в этом еще и убирается трава, то есть нам куда удобнее будет выцеливать своего противника, тем самым мы можем просто выкатиться из-за укрытия и, навалять бинокль. Тем самым эта фича работает за каким-нибудь холмом, домиком, за определенным вообще препятствием. Как, в принципе, это все включить? Переходим в настройки. Настройки. Управление танком. Здесь у вас будет включено либо управление самолетом, либо управление танком. У кого как все включено. Переходим в управление танком. Дальше управление камерой. И здесь будет такая надпись «Бинокль». Нажимаем кнопку. Я назначил, как кому удобно. Можете назначить там цифры, буквы. Я назначил букву Q, потому что автоматический задний ход мне, просто необходим, не нужен. Нажимаем ОК. И, в принципе, все. Всем, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Ем Школьников, и повторюсь, не хейтите, потому что это видео, грубо говоря, просто было по многочисленным вопросам. Все, всего доброго, спасибо.